Я уточнила на смотровую площадку, где очень красивый вид открывается. Две горы, внизу низинка, и в низинке деревенька. Мы, оказывается, не поедем. Мы сейчас поедем к пещере. И пока мы не поехали, пока все еще собираются и предсказания свои читают, расскажу вам легенду быстренько про Лаганаки, почему это так называется. Ну, как обычно, это тост вообще-то, но легенда. В общем, в стародавние времена жил пастух по имени Лаго. Он пас своих овец в горах и случайно встретил девушку Наки. Ну и, естественно, они полюбились. Как я понимаю, там их возраста больше никого не было в ауле. Но случилась загвоздка. Девушка была княжеского рода. И, естественно, за пастуха ей замуж никто бы выйти не разрешил. Но они так сильно любили друг друга, тайно встречались, пока все это дело не выплыло наружу. И строгий отец Наки нашел ей старого жениха, который ей подходит по роду племени, короче говоря. Мезальянс не получился. Но любовь, как всегда, побеждает все на свете. Наки сбежала в хижину пастуха Лаго. Отец обнаружил пропажу дочери и послал за ними слуг. От топота копыт слуг, которые пустились в погоню, молодые проснулись и рванули убегать. Бежали, пока не добежали до крутой скалы. Деваться некуда. И далее показания расходятся. По одной легенде, ну и в том, и в другом случае они решили прыгать. А вот, да, от людей никуда не деться. И по одной из легенд Наки сказала, что любовь все победит. Они спрыгнули и вознеслись на небеса, смеясь, держась за руки. По второй легенде они спрыгнули и все умерли. И поэтому эта местность называется Лагонаки. Там, где погибли влюбленные. А на утесе, с которого они прыгнули, теперь принято приносить клятвы верности. Я так подозреваю, что где-то есть место, куда можно веревочки понапривязывать и поклясться друг другу вечной любви, верности и преданности. Вот такая вот легенда про Лаганаки.